Их привезли всех побитыми в СИЗО. Нам не разрешали с ними общаться, нам не разрешали туда не пускать ни баландера, ни самим их к ним подходить, ни сигареты не давать, ничего. Абсолютно. Медицинскую помощь тоже, на их отклики мы не должны были, ну, как бы реагировать совсем. Кто, если что-то рассказал, что-то интересное, им давали похлебку. А те, кто не рассказывали, голодные были 2-3 недели.